Чудесный день представляет. Как же есть хочется, а вокруг никого нет. Если так и дальше пойдет, то придется охотиться на ящериц. Не придется. Мы уже 4 дня бродим голодные. Это все из-за Тирекса. Как он мог так жестоко с нами поступить? Выгнал нас из долины динозавров, как паршивых котят. А чего ты ожидал? Мы же натравили на него этого огромного тираннозавра Гранда. Скажи спасибо, что он вообще нас в живых оставил. Ты что же, теперь защищать Тирекса собираешься? Может, еще пойдешь, попросишь прощения у него и умолять будешь разрешить тебе вернуться? Нет, что ты! И вообще, хватит ссориться! Давай лучше подумаем, что нам дальше делать. Пока ты тут нюни распускаешь, я уже все придумал. Пошли. Куда? За Кудыкину гору. А это где? Иногда ты невыносим. Пошли уже и без лишних вопросов. Ладно, ладно, только не злись. Зачем мы здесь? Ты решил искупаться или рыбку половить? Мы отправимся на остров драконов. Зачем? То есть я хотел спросить, как мы туда доберемся? А вот как. Привет, дорогуша! Отвезешь нас на остров драконов? Вот, спасибо! Залезай, поплыли! На акуле? Ни за что! Залезай, говорю! Ты совсем с ума сошел? Я боюсь! Не зли меня, а то покусаю! Ладно, ладно. А может, все-таки... Нет. Подожди нас здесь, пожалуйста. Думаю, нам туда. Это остров драконов? Как здесь жутко. Может, пока не поздно вернемся домой? Куда? Ты забыл, что теперь у нас нет дома, но мы его вернем. Вперед! Кто? Говори тише. У драконов хороший слух. А лучше вообще молчи. О, вижу. Вот он.
кто или что? Цветок, ты хочешь сказать, что мы натерпелись только страха из-за цветка? Именно. Это не простой цветок, а священный цветок драконов. Они поклоняются ему и считают, что он приносит им удачу. Глупцы! А нам-то он зачем? Тихо! Кажется, кто-то приближается. Прячемся! Видел? А теперь иди и сорви цветок. А почему я? Эх, ничего без меня не можешь. Сиди здесь, только тихо. Ой, мамочки, и зачем только мы сюда приплыли? Сказал же тихо! Цветок у меня! Бежим скорее обратно! Быстрее отвези нас обратно! Эй, Чиз, ты чего там тащишься? Помоги мне нести этот цветок. После такого путешествия и от голода я еле лапами передвигаю. А еще все кружится. Нашел время падать в обморок. Что же мне с тобой делать? Надо поймать какую-нибудь ящерицу ему, а то еще помрет от голода. О, вот этот цветок! Никогда такого красивого не видела. Интересно, чей он? Никого нет, значит, ничей. Теперь ты мой цветочек. Я посажу тебя возле своего дома. Uh-uh.
Чиз, очнись! Я тебе ящерицу принес, чтобы у тебя силы появились. А где цветок? Эй, Чиз, вставай! Вставай же! Где цветок? Зачем ты меня так трясешь? Цветок исчез, его кто-то забрал. Кто забрал? Как исчез? А зачем он нам вообще нужен был? Неужели ты так и не понял? Нет. Этот цветок священный для драконов, а мы его забрали и подкинули бы Тирексу. Драконы непременно бросятся искать его. И что? А то, когда бы они нашли его у Тирекса, то стерли бы его в порошок, а мы смогли бы вернуться домой, в долину динозавров. Мы должны вернуть этот цветок. Кто здесь? Испугалась? Ох уж эти твои шуточки! Ну не обижайся, Мэгги. Да ну тебя. Что еще случилось? Мэгги? Это все из-за тебя. В чем я еще виноват? Мой цветок. Его украли. Цветок! Не плачь, я тебя очень прошу. Я найду его, обязательно. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.